Заглянем же наконец в гости нашей основной площадки. Называется она Villa Space, она же Villa Star. Наш, кажется, уже 10-й тур по метре Махопа. Начался, это снова Грузия. Не поверите, но к нашему приезду готовилась банька и до сих пор строится и будет строиться. Перестроена парная, я покажу, какая она. Еще раз вид. Это гоню. Будет на ужин? На ужин будут овощи гриль. Огонь. Здесь каминная зона. Традиционно мы будем играть в мафию, слушать музыку. Все сделано с любовью, как будто своими руками. Сереж, скажи пару слов. Как первое впечатление о нашем мероприятии? Очень интересно, неожиданно, необычно. Мы едем сейчас по довольно крутой дороге. Да, садись, это наша тачка, ГАЗ-69. Скажите, Леонид, как дела? Великолепно. Кто вчера был мафией? Вчера мафией были абсолютно неожиданные люди. Ты был в замешательстве? Да. Как тебе местечко? Местечко супер красивое. Мы встретили ребят-путешественников, и вы надеетесь проехать в Тагу на скутере? Ну, конечно, в отличие от ваших УАЗиков, я точно доеду. Цезарь создает грузинский колорит. Да. Первое впечатление, мужчина. Обалденно. Стоило того, чтобы... Ну, да. Хотя по пути были сомнения. Сейчас в шоке от происходящего. Вот это инициатива площадки, кстати, хозяин практикует метод Вима Хофа и сделал нам ледяную купель. Отжимания на задержке не хотите, ребятки? И это тоже метод. Как тебе локация и вообще как ретрит, первая часть? Ну, вообще, локация – это, наверное, одно из самых красивых мест, которые когда-либо были в горах. Просто вау-эффект, мне кажется, что снится. И что это на самом деле что-то нереальное такое. Вот. И, конечно же, с каждым новым дыханием себя заново переоткрываешь. Что-то новое в теле, что-то новое в мыслях появляется. Зачем это все тебе? Зачем ты приехал? Что ты ищешь? А я с детства был исследователем, и мне было любопытно все исследовать мир вокруг себя и мир внутри себя. И здесь как бы я совмещаю путешествия и, скажем так, работу с сознанием подсознанием. Ребята, путешественники, которые, возможно, впервые узнали, кто такой Вим Хоф, погуглили или нет? Мы вот сейчас начинаем процессе. Этим заниматься. Как вам Грузия? Вы все-таки живете здесь, в Батуми?
как всегда, идет яростное расхищение социалистической собственности. А продуктовая конкуренция очень большая. Я только спросить, ребят, можно разрешить? И отлетел, как мячик. Так, осматриваем блюдо. Как тебе? Все по фэншую. Все супер. Приятного аппетита, друзья. Спасибо. Больше никакой чистоты. Это что, проверяет настоящий лабрадор или не настоящий? Он думает, что это холод, и поэтому залез. Опа! Пацан, он смерз просто. Нет, ну, это все? Да. Весь лед? Сделай, что тебе пол. Ну как тебя на озере? Давайте что-нибудь скажем Тагу. Я могу нырнуть под воду и под водой что-нибудь сказать. Хорошо. Как Тагу и что мы можем им передать? Как площадка била, в частности? Очень красиво. Искренне. Искренне красиво. Вернешься в баньку? Вернусь, конечно. Благодаря вот этому доброму человеку к нам приехало вот столько льда. Вот столько. Ты когда-нибудь столько видел лед? Нет, ты видел больше. Будет холодно. Все, потихоньку погружайся. Я думаю, что стоит спиной. Есть мандра? Нет, мандра. Нет лестницы. Мандра. Потихонечку. Потихонечку. Во льду сидите. Поэтому ни на кого не обращайте. Просто дышите. Зачем твой муж это делает? Не знаю, сошел с ума. Ты уверена, что это не секта? Я не уверена. Ты вообще знаешь, что такие организаторы? Нет, я вижу первый раз. Ребята, дыхание чуть-чуть больше, нежели чем вы дышите повседневная жизнь. Вдох и... Вдох. И отпустить. Для нас работает обновленная банька. Она сейчас не полностью не готова, но ради нас форму расширили в два раза. Мы учимся быть в комфорте, быть в комфорте. Как банька сегодня? Банька, кстати, супер. Очень здорово. Порог. Температура. Пар легенький. Сейчас попарились. Спасибо. Это завтрак. Вот маленькие тонкости в виде джема. Смотрите, сколько зелени. Как все сделано. Ну ничего особенного, но вкусно, невероятно. О, все очень вкусно. Вот захотелось узнать рецепт оладыш. Не боишься ли ты набрать лишний килограмм? Боюсь, но у нас же здесь все. Поэтому да. Рецепты мы узнаем, дома готовить их не будем. Может, уже пора приехать в тур? Мы примем. Здесь у нас будет такая грузинская резиденция метода. Там и купель ледяная, и джакузи, вот там бассейн. Дом на 12 человек, и будет еще места. Мне кажется, хорошая точка встречи Европы и СНГ. Это был проект «Дыши тур». На связь.